Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня у нас ЕМС от Петра Некрасова из Москвы. А где, посмотри, сколько нашла? Долго шла. А где, посмотри? Ну, ты что, штамп? Я не знаю, где штамп. Да, я смотрю, не вижу просто. Смотри, что тебе. Нету сегодня вообще места для КПШ. Нету вообще штампеля календарного. Дата приема 20.03.18. 20 марта. 20 марта. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас апреля 12. 22 дня. ЕМС. Служба ЕМС. Мы ставим быстро и просто. Слушай, коробка-то я не знаю, где как распечатывается. Что там Петр Игоревич нам наложил опять? В этот раз даже не писал, что уложил. Какая-то палочка. Чудо. Ты зачем его понюхал? Просто понюхал. Так, это что такое? Нифига. Это сумочка за хлебом ходить. А Мурзик, будешь за хлебом ходить или за рыбой? Пупырки, кругом пупырки. Так, пора по-другому сделаем. А что, в субботу на рыбалку ездить хорошо? С сумочкой с этой. Будем разматывать. Лучше столкнуться с Почтой России. Да. Поэтому матывает. Петр знает Почту России. Можно сказать, лицо. Думаю, что за резиночки-то, наверное, на ручки одеваются. Да. Да? Вот это для тебя. Рыбку жарить. Точно, сюда. Силиконовые ручки. Ну, такого же размера где-то, как наш, да? Ну, нет, он меньше. Меньше. Так, держи. Сюда. Напаем дальше. Вот это да! Память 32 гига, 64 гига и еще 32 гига. Нифига у меня теперь памяти будет, я теперь буду автономный, может быть, на целый месяц выезжать. Еще будет сюрприз. Ждем сюрприз. Что-то напрочь замотанное.
Мурзик, ну-ка не ешь окурку. Ни хрена себе. Вот это ни хрена себе. Как это вот открыть-то? Вот это нифига себе. Вот это офигеть себе. Это аккумулятор, что ли? Это пауэрбанк. Нифига он тяжелый такой. Это что такое? Ничего не понимаю. На сколько он часов-то? Офигеть. На коробке, может, пишут. 26 тысяч ампер часов. Ты прикинь. Месяц можно точно жить на нем. В избушке. Что, на месяц поедешь? Когда? Завтра? Не знаю. Там же дождик идет. Так. Там идет снежище. Что-то еще тут. Она это самое. Она уплотнена. Еще пупырки. Как это положить? А у пупырки? Да. Вот они, может, вам пригодятся. Ну, в коробку положи и говорю. На. Это что такое? Газ. Не. Шикалка. Какие-то резьбовые соединения, видать, шикать. Он был показан. Что-нибудь попшикаем. Вот, смотрите, что такое. Ты прикинь, а мы только рюкзак заказали. Нам только в Красноярске рюкзак купили. Нифига себе, Пётр. Ну, слушай, клёвый. Крутой рюкзак, да? Давай надевай, он туда тебя вообще не залезет. Почему не залезет? Он же раз это разводится, он по плямке, ё-моё. Залезет на него. Всё тут залезет. Мурзик! Мурзик! Танюха зря нам рюкзак покупала. Будет у тебя два. Да, один на рыбалку, один в город. Все камеры скидал в кучу и попёр. Кстати, весной, обещаю, вам будет круиз на теплоходе. Красноярск-Тулкан. Теплоход у нас какой будет? Не помню. Матросов? Не знаю. На Чкалове мы уже ездили. Все отлично, на меня налазит. Что ты? Все окей. Ну-ка, повернись. Все, можно прям примотать, видала, как хрен сопрут. Кого не сопрут? Ну, в городе с меня его не своруют. Повернись задом, а. Че? Ничего. Отлично. Отличненько. Прям как в воду глядел. Только. Ты еще не все размотал, что ли? Нет, конечно. Он тупо наложил на это. Так, уберем.
А, вот это эта штука. Вот. В каком-то магазине за бонус, он говорит, взял. Какая штука? Вот такая штука. Опа. О! Топор. Топор? Топор. Под сидушку. Бумажка нафиг не нужна. Так, дальше он как вытаскивается? Угу. Фига тяжелый такой. Томагавк. Зароем топор войны. Смотри, опять Гербер. Он что-то уже этот присылал мне. Этой фирмы огниво. Еще что-то было, помню. Огниво-то классное, я постоянно пользуюсь. А, мачете тоже этой фирмы. А ручку что? Что надо делать? Ручку? Где? Вот на топор не надо? В смысле, ручку у нас же есть. А вот такая и должна быть? Да. Тут веревку еще привязываю, чтобы не улетел. Все. Так. А вот это значит сюрприз. Сказал, там сюрприз. Он не булькает? Он булькает. Капец, не красный. Сюрприз булькает. Там что-то еще написано вроде. Костяныч на здравие, чтобы в сторону не вильнуло. Сегодня мы с тобой кайфуем. Сейчас ты меня закафуешь. Чего? Вот это он ее за это самого. Что-то он на нее накрутил. Мурзик, блин. Качественно упаковал. Хрен поймешь, как называется. Бечевка. Бехеровка, бечевка, блин, ликер. Ну вот, как раз это, поднять настроение в непогоду, да? Да-да-да, ко мне гости придут на день рождения, как раз выпьют твой ликер. Не, на день рождения такое нельзя. Ну что это? Это вот как раз надо в непогоду настроение поднимать. Спасибо, Петр, бабахнем за твое здоровье, обязательно. Вот такой офигенный сюрприз от Петра Некрасова. Да? Чего ты на меня так смотришь? И как всегда, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки».
Как всегда, с вами был я, Костян. Ну и думаю, до встречи на реке.